В аэропорту Краснодара встретили спецборт из Ростовской области. В ночь с субботы на воскресенье самолет МЧС доставил украинских беженцев – около 100 человек. В основном это женщины и дети. В связи с этим губернатор Александр Ткачев дал краевым ведомствам соответствующие поручения. Как отметил глава региона в своем микроблоге, социальным службам и министерствам края необходимо в кратчайшие сроки определить места для переселения прибывших беженцев в муниципалитетах и помочь им с трудоустройством. Наши соседи-ростовчане уже не справляются с потоками беженцев, поэтому мы, конечно же, согласились принять их у нас. Дал распоряжение разместить всех временно в гостинице, оказать всю необходимую помощь, в том числе медицинскую. На ночь беженцев разместили в краснодарской гостинице «Кавказ», а утром в воскресенье на автобусах они отправились в Каневской, Кущевский и Крыловской районы. Там их встретили местные жители, готовые принять временных переселенцев в своих домах. Я потерял все. Я стал, получается, бомжом. Я сейчас на пенсии, отработал на шахте, заработал пенсию, думал, буду жить нормально. Дальше я не знаю, как буду. Если Россия поможет, благодарность. Краснодарский край принял уже более 20 тысяч вынужденных переселенцев из Украины. Всем им оказывается необходимая помощь от размещения до трудоустройства. С 3 июля по поручению губернатора в регионе действует специальная рабочая группа по устройству беженцев на работу. В районах края проводятся ярмарки вакансий. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.